Саженцы ели колючий майголд на штамбе «майголд». Это голубой ель, очень интересный вид с непостоянной конусовидной формой кроны. Дерево растет в среднем темпе. Цвет весеннего прироста янтарно-желтый, обычно май-июнь. Зеленый окрас набирается постепенно. Растение, как вариант, подходит и для больших, и для средних садов. Ель колючий майголд на штамбе нуждается во влажной почве и не переносит засуху. В знойное время дерево поливается раз в неделю, 1-1,5 ведра на каждое растение. Также рекомендуется легкая, воздухо- и водопроницаемая почва. В тяжелый чернозем или суглинистый грунт нужно добавить песок либо торф. Ель колючая на штамбе майголд – это дерево высотой 100 см с типом роста, штамбовый диаметром 100 см. У растения нет шипов. Важно, что ель колючая на штамбе майголд самоопыляемый, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит кашпо, балкон, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.